Привет всем, кто делает свои первые шаги в изучении английского языка. Если вы уделите пару минут, то уже к концу этого видео вы будете знать все эти слова и выражения, которые вы сейчас видите на экране. И давайте перейдем к нашему первому слову – утро. Солнышко встало, и у нас наступило morning. Morning. Повторяем все вместе. Morning. Обратите внимание на то, что у этого слова последняя буква не читается. Всегда, когда у нас окончание ing, инговое окончание, мы не читаем последнюю букву, а n, стоящая перед ней, получается звонкий носовой звук. Morning. Morning. Утро. Слово день. Но день имеется в виду дневное время. Если мы хотим сказать день как сутки, 24 часа, тогда мы говорим day, day. А дневное время у нас будет afternoon. Здесь мы можем убить еще двух зайцев и выучить два новых слова. Это слово состоит из слов after и noon. Noon переводится полдень, а after – это предлог после. После полудня, после 12 часов дня у нас получается, вот пошло это дневное время, afternoon, afternoon. С днем разобрались, переходим к вечеру. Evening, evening. Тут мы видим опять инговое окончание. Помним, что последняя буква не читается. Evening. Evening. И, конечно же, ночь. Night. 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 Спокойной ночи будет good night. Good night. Night. Давайте еще раз закрепим. Смотрим на картинку, сами вспоминаем и потом проверяем себя. Morning. Afternoon. Evening. Night. Чтобы сказать утром, днем, вечером, перед словом мы ставим in the morning, in the afternoon, in the evening. Но вот ночью мы будем говорить at night. In the morning, in the afternoon, in the evening. At night. Теперь очень важный момент знать, как у нас будет сегодня, вчера и завтра. Сегодня today, today. Вчера yesterday, yesterday. Думаю, это слово запомнить несложно. Мы все помним песню Beatles. Yesterday. И завтра tomorrow. 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 Теперь давайте еще раз закрепим то, что мы выучили, смотрим на картинку и переводим.